Здравствуйте! Сегодня мы будем украшать нашу обезьянку. Будем постараемся сделать из нее, старинная такая будет у нас игрушка. Итак, для работы нам потребуется сама обезьянка, свечка здесь нужна будет, красивые ленты нарядные, основная такая красивая лента, нитки, здесь золотые нитки у нас с иголочкой, в принципе, можно и взять и какие-то другие, какие у вас вот по цвет подойдут, материалов. Естественно, ножницы обязательно, пуговичка, это такие декоративные элементы, которые мы будем украшать, такой минерал вроде как, и украшения. Что из них подойдет, мы посмотрим по ходу, потому что вот сейчас я не могу определиться, потому что я, честно говоря, хотела делать обезьянку в одном стиле, но потом подумала, предыдущую обезьянку я уже сделала такую же, хочется эту обезьянку сделать другой. Итак, с чего мы начинаем? Это первое, естественно, мы обрезаем здесь аккуратненько эту ленточку. Этикеточку. Теперь, дальше, для чего нам нужна свечка? Значит, эта лента у нас целиковая уходит, и мы обязательно краешки, чтобы они не отходили, мы будем на этой все аккуратненько сделаем, чтобы они дальше не отходили. Так. И с этой стороны тоже. Итак, с чего мы приступим? Первое, что мы сделаем, это мы ленту возьмем и где-то ее проложим со спины. Потом вы узнаете, почему это нужно быть со спины, но где-то на этом месте мы проложим ленточку, мы ее измерим и обрежем. И точно так же кончики на огне сделаем. Дальше, когда мы это все сделаем и зашьем, мы будем одевать такую кофту. Такую ленту мы будем ее использовать как кофту, такую кофту или жилет такой нарядный для нашей обезьянки. Она у нас пойдет. Нужно будет ее зашить. Перед этим мы еще должны сюда вставить манишечку золотую, чтобы это было красиво, в разрез видна была. Давайте постепенно, сейчас все это будем делать. Итак, мы уже сделали, как вы видите, для нашей обезьянки. Одели фрак такой, в общем, симпатичный. Часть этой ленты, которая у нас была, мы вставили сюда, как манишка получилась. На рукавах, как вы же видите, сделали, в принципе, такую же ленточку. И на ножках сделали такую же ленту. Единственное, что нам осталось, это убрать, поскольку липучки в те времена их не было. И тогда она не очень похожа будет на старинную с этими липучками. Осталось совсем чуть-чуть. А для украшения долго думала я и все-таки решила, что хорошо украсить таким такой интересный таким украшением интересное, как солнышко такое золотое. А я его одела на проволочку, и это очень удобно, потому что золотая проволочка сзади просто мне останется буквально чуть-чуть ее так закрепить. И у нас получился такой чудесный, как мне кажется, вполне такая обезьянка под старину, в общем, достаточно вроде как старинная. С лапочками, с ножками. Здесь я уже сделала специально такой крючок для подвеса, потому что она у нас будет и на елке висеть, и где-то на крючке при двери. Эта лента проходит, потому что если сюртучок проходит, он до конца не поднимается. И у нас здесь золотая лента. Такой симпатичный получился, мне кажется, сюртучок. И такая симпатичная у нас получилась обезьянка.
Мне кажется, она вполне похожа на старинную обезьянку. Ну вот, ваше мнение, давайте, пишите, как вы считаете. А в следующий раз я с вами прощаюсь, а в следующий раз мы с вами уже что-то другое сделаем. Я так думаю, что нас ждет подсвечник как раз перед Старым Новым Годом и перед Днем Влюбленных. У нас будет и с сердечками, и с колокольчиками. До свидания.